Пик паводка на этой неделе ожидается на реке Жайык в Атырауской области. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Канат Бузумбаев. Сейчас уровень воды в Жайыке превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербуры и Махамбет. В 8 регионах страны продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. А 2 населенных пункта в Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения. По итогам паводковой ситуации в стране было подтоплено 12 908 жилых домов. Из них под водой все еще остаются 264 дома в трех регионах – в Актюбинской, Атырауской и Североказахстанской областях. Также были затоплены почти 26 тысяч дачных участков. Пострадавшим от наводнения выплачиваются компенсации. Ущерб от паводков до конца еще не посчитали. Чиновники ссылаются на то, что не во всех регионах сошла вода. И жилье все еще затоплено. В некоторых есть населенных пунктах, где еще вода не ушла, там еще работа не начата, поэтому нам надо будет подождать. Ущербом занимаются акиматы, Министерство промышленного и строительства, то, что касается жилья, да, поэтому здесь конкретную сумму на сегодняшний день называть еще рано.